Изящное телосложение в сочетании с мускулистостью продемонстрируют монгольские бодибилдеры на чемпионате «Мистер Монголия 2013». Подробности о празднике мышц расскажет ведущая новостей «НЭЦАКТ» телекомпании «АЭСТ Монголия» Мирослава Барху. Здравствуйте, коллега! Здравствуйте, Антон. 18 августа в Улан-Баторе пройдут 22-е по счету соревнования по бодибилдингу «Мистер Монголия 2013». Чемпионат проводится Ассоциацией бодибилдинга и фитнеса Монголии. Участие примут мужчины и женщины старше 21 года в весовых категориях от 60 и более 80 килограмм. Свои накачанные тела культуристы продемонстрируют в нескольких номинациях, таких как мужской и женский фитнес и фитнес-модели мужчины и женщины. Ну а теперь к другим новостям столицы, о них жителям Бурятии расскажут корреспонденты. «НЭЦАКТ» и я, Мирослава Барху. Международному детскому лагерю «Найрамдал» исполнилось 35 лет. За годы работы лагеря в нем отдохнули более 550 тысяч детей. В церемонии празднования дня рождения приняли участие представители посольств России, Кореи, Китая, Америки и других стран мира, а также глава Ассоциации азиатских лагерей отдыха для детей и президент Международного содружества лагерей. В 30 километрах от Улан-Батора в прекрасной долине Баянгол расположен международный детский центр «Найрамдал». Этот лагерь был построен в 1978 году по инициативе супруги главы Монгольской Народной Республики Цыдынбала Анастасии Ивановны Цыдынбал-Филатовой. Название лагеря «Найрамдал» символизирует дружбу между народами Монголии и России. На 35-летие лагеря прибыли многочисленные гости из 10 стран мира, в том числе президент Международного содружества лагерей и представители международных организаций. Для меня лично, пока я являюсь президентом на протяжении второго срока, который заканчивается в следующем году, была мечта посетить Монголию. Вот, наконец-то так совпало, что я смог приехать в Монголию. Я очень рад, что приехал. Найрамдал – это самый высокий уровень, потому что, во-первых, большое количество детей, во-вторых, очень грамотный педагогический персонал, и, в-третьих, очень квалифицированное руководство здесь. И мне очень приятно, что правительство Монголии, очень приятно, потому что я сам из России, уделяет большое внимание лагерю и продолжает, несмотря ни на всякие передряги, может быть, на всякие трудности, поддерживать такой лагерь на хорошем уровне, что я сегодня, в чем я сегодня убедился и увидел. В рамках 35-летия юбилея организуются многочисленные интересные мероприятия, такие как открытие новых благоустроенных залов, проведение почетной линейки, демонстрация документального фильма и праздничный костер. Рады, что встречаем юбилей достижениями, направленными для благополучия детей. Мы проводим созидательные работы для развития ребят. На территории лагеря открылись новый городок Сакура, театр Харацай. При финансовой поддержке правительства Монголии в 2015 году планируем открытие комплекса с бассейном. Сейчас уже заложено основание здания. За этот срок в лагере «Найрамдал» отдохнули более 10 тысяч детей из 50 стран мира. Каждый год в лагере отдыхают около 400 детей из Бурятии. В этом году отдохнуло более 100. 30 детей прибыли из Южной и Северной Кореи, Китая и внутренней Монголии. 17 августа ребята, приехавшие из Дарнот-Гофи Аймака, Увурхангая и Хэнти Аймаков, примут участие в праздничном концерте вместе с детьми из Монгольского дворца детей и колледжа музыки и танцев. Также поздравить детей и коллектив лагеря «Найрамдал» приехал вице-мэр города Улан-Удэ Игорь Зураев. Улан-Удэ и город Улан-Батор связывают давние побратимские отношения, и наши дети с удовольствием ездят в гости друг к другу. Город Улан-Удэ имеет на берегу Байкала прекрасный лагерь «Байкальские волны», в котором с удовольствием отдыхают и дети из Улан-Батора, городов-побратимов Улан-Удэ, Дархана и Эрденета. И сегодня, в дни юбилейных торжеств, желаем, чтобы этот лагерь всегда славился своим гостеприимством, своими умением организовать досуг детей. И дети все всегда желают сюда приехать второй и третий раз с огромным удовольствием. В лагерь также по приглашению прибыли талантливые дети из Северной Кореи. Они тоже выступили в праздничном концерте. Творческий коллектив в составе 20 человек в возрасте от 12 до 16 лет показали интересный номер на тему природы. В конце номера были исполнены монгольские песни, которые вызвали восхищение у зрителей. Хишик Жаргал, Эрден Байзгалан, НЭЦАКТ. В Дархане открылась выставка «Фермерство-2013», организованная Министерством промышленности и сельского хозяйства. На экспозиции была представлена сельхозтехника и оборудование, а также новый урожай. С места события наш корреспондент.
Одну из важнейших ролей в развитии экономики страны играет сельскохозяйственная отрасль. Для того, чтобы привлечь большое количество граждан и организаций для поддержки отечественного производства, Министерство промышленности и сельского хозяйства, Федерация монгольских земледельцев, Научно-исследовательский институт растениеводства и земледелия организовали в городе Дархан выставку «Фермерство-2013». Для участия в выставке мы разослали в Аймаке, особенно в районы, где занимаются земледелием, более 500 приглашений. В первый день выставки была представлена сельхозтехника и оборудование. На месте специалисты провели инструктаж для всех желающих поближе познакомиться с новой техникой. А в это же время на овощном базаре фермеры представили свой новый урожай. Особенность выставки «Фермерство-2013» заключается в том, что даже одну штуку картошки они продавали по оптовой цене. Во второй день были представлены новые производственные технологии в земледелии по посадке и сбору овощей и пшеницы. Выставка откроет новые возможности перед фермерами и производителями сельскохозяйственного оборудования. Такие возможности, как получение долгосрочных кредитов, продажа продукции по льготным ценам и более тесное сотрудничество с банковскими и финансовыми организациями. Во время выставки в рамках деловой программы состоялись презентации, бизнес-встречи и обучающие семинары, на которых местные и прибывшие из центральных областей фермеры обменялись опытом. Халиун Энгбилек, НСАКТ. На этом наш выпуск завершен. Благодарим за внимание и прощаемся до следующих встреч в эфире.